Добрый день, гости и подписчики канала. В Одессе третьи сутки дует восточный ветер. Пелькерить не получается, но можно полюбоваться штормом и увидеть редких птиц. Гагары обитают на севере Евразии, зимуют на южном побережье Черного моря. По земле передвигаются с трудом, потому что их лапы сдвинуты назад. На берег выходят только для размножения или когда в воде некомфортно, например, в шторм. Кости гагар изнутри сплошные и относительно тяжелые, чтобы легче погружаться. Крупные гагары ныряют до 70 метров, оставаясь под водой до 10 минут. Гребут и лапами, и крыльями. Летают плохо. Чтобы взлететь, гагарам нужен разбег 30 метров. В волну шансов нет. Измученные штормом и перелетом птицы выползли на закрытый пляж и смазывают перья жиром копчиковой железы. У бакланов оперение проницаемо для воды, которая вытесняет из-под перьев воздух и тем самым уменьшает плавучесть. Под водой бакланы гребут, одновременно ударяя перепонками обеих лап на поверхности поочередно. Глаз баклана под водой закрывается мигательной перепонкой, которая адаптируется к оптическим свойствам воды. После рыбалки бакланы раскидывают крылья. На ветерке перья быстро высохнут. Шторм продолжится до конца недели, пирсы пустые. У пелькеристов мало шансов. Бомбардисты потихоньку подтаскивают сарганчиков. Ждем смены ветра. Всем ни хвоста, ни чешуи. Гагарам легкого полета.